Всем привет, ребята, с вами я, Файрот, на выдосном канале, и да, я выпустил видос, наконец-то, блин, извиняюсь, что я затянул, я что-то запутался в своей жизни, и сегодня мы будем играть такую игру, как рисование. Это вообще, типа, я играю в Роблоксе, ну, а так эту игру, вообще, типа, есть отдельные игры с этой фигней и в Роблоксе, собственно, есть. Она мне понравилась, я ее немножко заценил, так что давай сейчас будем проходить. Суть игры в том, что тебе дают тему для рисования, и должен рисовать лучше всего, ну, короче, я думаю, вы меня поняли. Давайте сейчас сами по сути игры. Если вы еще не поняли, поймете. Так, печаль. Блин, тяжелая тема, конечно. Давайте как-то человека нарисуем, бежевый цвет найдем. Вот. Вроде. Во, вроде нормально. Все, давайте рисовать человека. Давайте нарисуем. Опа. Ну, кстати, нормально, в принципе, сойдет. Но еще считаю то, что я рисую на iPad, не так сильно удобно. И у меня нету, типа, такой ручки для рисования. Потому что есть, типа, такие ручки для рисования на iPad, но я думаю, вы меня знаете, кто знает. Чё высрал? Так, что дальше? Давайте ему все лицо, пожалуй, разрисуем. Давайте вот это побольше сделаем, чтобы долго не рисовать. Разрисуем ему все лицо, потом уже будем добавлять само очертание лица. Так, пик. Ребята, кстати, с прошлым видосом какая-то странная тема, там почему-то 700 уже где-то просмотров, а лайков всего 13. А если посмотреть на какие-нибудь мои другие видосы, где 700 просмотров, там лайков, ну, 60, 70, 80. Странная какая-то дичь, не знаю. Прожмите под прошлым видосом лайк, а то какая-то странная с ним дичь. И, в принципе, его посмотрите, он, в принципе, веселенький получился. Так, и что-то немножко здесь кривану, и сюда. Так, давайте вот здесь сюда уберем немножко, почистим, так сказать. Все, и давайте прическу добавим такую, какую-то смачную. Так, а как сделать смачную прическу, я не знаю. Давайте, ой, извиняюсь. Давайте какого-то печального Дэдэнсайда сделаем. Так, давайте вот сюда продлеваем, получается, прическу. И вот такой, типа, знаете, лохматого сделаем, короче. Я думаю, в принципе, сойдет. Оп-о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 п. Блин, да я Леонардо Ди Каприо. Бля, что я сказал? Хотел сказать, Леонардо да Винчи, Леонардо Ди Каприо сказал. Нормально. Так, ладно. Мы, кстати, уши не нарисовали. Давайте еще нарисуем уши. Уши — важная часть этого тела. Кто, кстати, в детстве рисовал людей и не рисовал уши, напишите в комментарии. Я думаю, таких много. Кто забывал уши или просто не рисовал. Потому что, ну, типа, ну, лол. Типа лол. Так, я, по-моему, просто на очертание лица, ой, на само лицо больше потратил, чем на это. Пофиг, давайте сделаем вот так. Давайте сделаем вот так. Боже, давайте вот такой нос сделаем. И вот такой, короче, смотрите. И вот такой рот, вот такой бррр. И добавим слезки. Блин, ми. Все, найс. Вроде нормально получилось. Как по мне, сойдет. Лично я так думаю. Напишите в комментариях, как вам первый рисунок в этой фигне. Блин, я вот это зря, походу, сделал. Опа. Ну, по-моему, нормально получилось. Напишите реально в комментариях от 1 до 10, как получилось. Всё, у меня, кстати, картина моя первая. Ну, я думаю, в принципе... Кстати, я там с ушами немножко криванул, ну ладно, ничего, пофиг, сойдет. Надеюсь, заценят. Я еще не знаю, какие тут люди, возможно, они специально будут оценивать... так, печаль. Ну, в принципе, двоечка, я думаю, такой, ну, такой себе. На среднее не тянет даже. Так, сет суши ролл. Кстати, ну вот это очень прикольно. Я даже поставил четверочку, реально мне зашло. Грустные суши роллы. Прикольно. Здесь я поставлю... Ну, давайте троечку. Так. Я даже в третье... Я даже в топ-3 не попал. Почему? Ну, мне кажется, что у меня даже лучше, чем у третьего, нет? Я четвертое место. Ну ладно, хотя бы не последнее. А шестое это что? Это, наверное, котенок или что-то. Что-то это, короче. Ну ладно. Погнали дальше. Так, черепаха. Давайте. Так, черепаха, в принципе, полегче. Хотя нет. Не-не, не пол... наоборот, тяжелее, чем печаль. Так, блин, подождите, темно-зеленый. А где он? А, не легче просто вот так сделать и вот. Вот примерно вот так. Так, давайте, получается, рисуем. Оп. Ребята, если немножко фигню рисую, не обращайте внимания, есть. Это не очень так удобно на этой фигне. Так, мы, получается, можем нарисовать вот такие. А, нет, подождите, давайте сперва. Сейчас.
Блин, на скольки мне стоял? Вот так, да, вроде. А, чуть-чуть темнее. Я на что-то нечаянно нажал, извиняюсь. Так. Так, давайте сперва все-таки разрисуем ее всю. А потом уже будем добавлять всякие точечки. Загаулины, точечочечки. Оп, 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 оп. Ребята, обязательно подписывайтесь на канал, потому что есть, и дам такой спойлер, вот на мою днюху, которая будет 9 декабря, вообще контент изменится. Типа не самого, не прям 9 декабря это начнется, а вот после 9 декабря. Не скажу почему, но там одна такая прикольная тема будет, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И давайте, кстати, до моей днюхи наберем 6000 подписчиков, то есть до 9 декабря, я буду очень рад. И, в принципе, это моя цель до днюхи. Да, блин, что-то сложно кружочек рисовать. Так, вот эти кривые штучки дорисовываем. Ладно, пофиг, сойдет, если что, сотрем. Так, получается, что у нее там, ножки не такие уж длинные, да? Получается, давайте какую-нибудь более ближе темному цвету нарисуем. Что это? Хотя, по-моему, нормально, да? Немножко фигня, конечно. Все пофиг, сойдет. Так, головка какая у них? Она, по-моему, тоже потемнее. И вот такая, да. Вот такая. Ля-ля, нормально выходит, слушайте. Да я Леонардо да Винчи, реально. Так, что-то здесь. Неполадки. Так, получается, давайте. Пофиг, то, что она кривая сойдет. Так, получается, давайте нарисуем глазки. Давайте вот так сделаем. Вот так приблизим. Оп. Ой, извиняюсь, что-то переборщил. Так, давайте меньше сделаем. Так, вот так. Берем черный, оп, вот это меньше делаем. И вот так разрисовываем. Кстати, я не помню, как у них там язычок или ротик был. Пофиг, давайте просто вот такой язычок сделаем. Чисто милашка. А, кстати, какие у них... Вот честно, вот я не помню, вот ушки какие у черепах. По-моему, они... Ладно, пусть будет какая-то тянка. Ладно, давайте темного оттенка добавим, получается, вот так. Линиями. Я не знаю, зачем это. Но она, по-моему, там типа такая зеленая и всякие оттенки. Ой, вот это убираем. Все, пофиг, сойдет. Я думаю, сойдет, ребята. Опять же говорю, напишите в комментарии, как вам. Так, speed draw. А, у меня опять первая, не знаю, почему мне пацан первая. Она не по порядку обычно, она по рандому. Ну, я думаю, я топ-3 точно должен попасть, но нормально вышло. Походу, я все-таки зря добавил вот эти линии, надо было не... Ужас какой, я добавляю, наверное, один нажму. Я думаю, не надо было линии делать, надо было точечки какие-нибудь, типа пятна, поняли? Я думаю, пятна лучше подходят, по-моему, даже все-таки в пятнах черепахи. Вот это имба, кстати, я 3 поставил. Чисто за то, что маленький и меньше... Мало этих доработок, так что 3. А так, в принципе, хорошо вышло. Так... Ой, что это за такое? Ну ладно, 2 поставлю хотя бы. Чистить то, что большой такой, крупный сойдет, в принципе. Еще добавил, типа, знаете, отражение. Прикольно. Ну вот это белая полоска. Ладно. Ничего, сойдет. И победили. Давайте первым есть fire. А не второе. Капец. Смотрите, у меня 15 баллов, у нее 27. Это последний черик получается. Прям жестко оценили его все, что ли. Ля-ля-ля-ля, смотрите, как крутой. Бля. Подожди, а как это 27? Если оценщиков 5, это получается даже 5. Чё, бля? Чё выстрел? Чё за хуйня? Ладно, окей, допустим. Либо я считаю разучился. Подождите, насколько вообще здесь? 1, 2, 3, 4, 5, 6. А, получается 6 человек оценило. 5 поставили 5, я 1 поставил 2, да? Агрофайер. Но я хотя второе место занял, в принципе, нормально. Так, что дальше? Птица. Какую птицу нарисовать? Давайте нарисуем аиста. Так, какие у него там ножки? Ноги. Все, пофиг, сойдет. Так, давайте теперь рисовать основу. Честно, я тоже не помню, какой аист жирный или не жирный, пофиг. На память буду рисовать. Кстати, что он какой-то сероватый? Выше. Смотрите, а какую еще белее сделать? Во, вот это нормально вроде. Можно даже фул поставить, вот так, чтобы легче быстрее нарисовать. Все, и давайте вот это лишнее немножко сотрем. И подправим. Оп.
Надеюсь, сейчас музыка не громче моего голоса, потому что я сейчас прям ее смачно слышу. По-моему, у него хвостик, типа, знаете, ну, вот такой, да? Вроде. Типа, просто пушистый. Ну ладно, допустим, так будет. Так, и давайте, получается, добавляем такую голову. Опа. Блин, а слушайте, вроде нормально. Я, по-моему, больше страуса нарисовал какую-то, чем аист. Ой, смотрите, что за дичь. Так, давайте добавим, получается, типа крылья, хотя они не летают, но у них все-таки крылья есть. Надо было, кстати, не такого цвета. Давайте уберем. Там серый. Пусть будет так. Все, и вот так, типа, линии такие. Что за дичь. Такую еще линию. Все, я думаю, сойдет, в принципе. Все, все, вроде нормально, ну. Опять же, да, оцените в комментариях. Ну, по-моему, нормально. Я бы оценил, ну, 6 или 7 из 10. Я думаю, что это нормально. Сойдет, в принципе. Только я не помню определенные другие вещи, типа. Ну ладно. Птица. Ну, нормально вышло, но опять же, то, что не разукрасил. Ну ладно, пусть 3 будет, в принципе. Красиво выглядит. Что? Почему? Я даже в топ-3 не попал, серьезно. Ну так вот, я тебя это. Я тебя обязательно позову, тот, кто хочет со мной играть на YouTube, проходить Roblox, все определенные там всякие режимы. Я вас приглашу, обязательно не переживайте. Это я сейчас, если что, давно не снимал видосики, резко решил снять, забыл даже написать подписчикам, ну ладно. Следующий видос по Roblox обязательно с багетом заснимем и пригласим одного-два подписчика. Извиняюсь немножко за мой язык и за мою речь, я просто из-за того, что уже дней 6 не снимал видосики, 5 немножко словарный запас. Точнее, не словарный запас не меняется у меня. Я имею в виду, типа, отвык, короче, ну, я думаю, мне поняли. Еда. Еда вообще есть любая, я, пожалуй, нарисую какой-нибудь фастфуд, давайте нарисуем булочку, получается, вот такую. Прям жесткую смачную булочку. Нет, давайте отменим. Давайте ровную такую. Ну, сойдет, пофиг. Давайте теперь разрисуем ее. Нормально. Так, теперь давайте ставить внутренние всякие вещички. Так, получается зелень, да. Давайте. Нет, она темнее, зелень темнее. Вот такая какая-то фигнюшечка получается. И, типа, знаете, так выпирает. Мне что-то перебор, она выпирает. О, вот. Тут немножко ластик криво, типа, знаете, это делает. И вот для зелени как раз подходит. О, смотрите, реально, блин, прикольно. Можно вот так ластиком, типа, делать. Он помогает. О, нормально. Все, давайте дальше добавим, получается, какой-нибудь помидорчик. Помидорчик, он как примерно вот. Ну, вот такого цвета получается. Так, вот такой получается помидорин, ну да. Оп. Извиняюсь, что немножко криво рисую. Я это понимаю, это немножко проблемно. Так, нет, оно вот такого более потемнее цвета. Ну, есть и светленький, но именно... Вон, забейте. Так, получается вот так. Давайте теперь добавим курочки, получается. Так, а какого цвета это получается? Оранжевый, да? Оранжевый и потом вниз. Вот, вот сюда. Вот так. Давайте посветлее курочка получается. На какаш, на говно, честно, похоже. Давайте посветлее сделаем. Вот теперь светлое говно. Ладно, давайте вот такого цвета пусть будет. Нет, это уже на булочку какой-то похож. Ладно, пусть будет цвета какашек, пофиг. А, блин, уже сейчас закончится время. Пусть будет котлета, ладно, пофиг. Пусть будет куриная котлета. О боже. Я что-то немножко задержался. Давайте добавим, получается, еще зелени. Пофиг, вот так сделаем. И еще, получается, добавим всяких. Ну, что там еще существует в еде? Ну, возьмем что-нибудь желтое, я не помню, что желтое. Ну, допустим, горчица какая-нибудь. Все, я думаю, сойдет. А. Все, все, добавил вот эти точечки на булочке. Успел вроде нормально. О, кстати, я не один сделал бургер, но у него все-таки более покрасивее получилось. Я поставлю 4. Может, даже 5 поставить? Не, наверное, даже 5 поставлю. Челик реально классно сделал. Блин, зачет. Так, это мое. Не знаю, может кому-то больше мое зайдет, потому что оно более крупное. Не знаю. Победили.
Что за этой игрой? Алё, вы больные, что ли? Не, ну, ребят, ну согласитесь, напишите в комментариях, как минимум второе или третье место я тут точно должен занять. Почему пятое? Все, ребята, вот сейчас последний рисунок, я обязательно должен занять первое место, ну это однозначно. Ну то, что первое место челик занял, это заслуженно, а то, что я пятое, ну вообще нет. Я ж пятое занял или четвертое? Ну короче, неважно, главное незаслуженное. Я как минимум третий думаю. Ну вот как это мороженое может быть лучше, чем то, что я нарисовал? Ну объясните. У меня же однозначно лучше. Ну ладно. Допустим. Так, надеюсь, сейчас какая-нибудь прикольная тема будет, к примеру. К примеру, Леон из Brawl Stars. Он же что? Я сейчас такой ран Леон. Вообще имба будет. Ладно, погнали дальше. Страх. Так, давайте нарисуем, знаете, типа, маска же есть вот эта. Типа, из Крика. Можно ее нарисовать. Ну, такой фильм есть Крик, если знаете. Я думаю, не поймете, можно ее нарисовать. Или вот эта картина популярная, такая дорогая. Тоже типа страх. Я не помню, честно, как она выглядит. Я лучше страх нарисую. Маску. Крик. Хотя я тоже ее сильно не помню прям. Не, давайте ее прям вообще крупную сделаем. Ладно, допустим, нормально. Окей, и давайте добавим типа руки какие-то. О боже, какую фигню я сейчас нарисовал. Что за фигня? Так. Давайте пошире руку сделаем, допустим. Вот это реально фигню какую-то сейчас сделал. Вот. Честно, прошлая работа мне больше нравились. Хотя, в принципе, именно если считать как типа, как идею, то в принципе нормально, я даже думаю. Если как идею брать, а за как выполнение самой этой идеи, то такой себе. Пусть он будет черным снизу. Пофиг. Я не виноват, что он таким родился. Так, давайте, получается, вот такое какое-то тело нарисуем. Давайте причесочку еще добавим. Такую стоящую какую-то. И давайте добавим вот такую фигню. Все, должно залететь. Теперь у него еще одно ушо, вообще топчик. Одно ушо, нормально, так сказать. Одно ухо, хотел сказать. Кстати, хорошая идея. Давайте я даже поставлю. Я поставлю 4. Я хочу выиграть, так что я не буду им 5 ставить, даже если прям нереально работаю. Хотя, в принципе, мой голос 4-5 сильно ничего не решит. Это вообще что такое? Я поставлю 1, какая-то фигня. Если вообще. Может, я не разбираюсь, но если вы здесь что-то поняли, может, это и 5. Это то же самое, что типа пустая картина, она стоит миллион долларов. Это типа солнце испугалось? Но тут солнце какой-то более грустно, чем испуган. Давайте один поставлю. Нет, давайте два. Пофиг, пусть будет два, хотя бы что-то. Что это такое? Ну, пусть будет два, ладно. Допустим. Ну тут хотя бы понятно, что там вот эти лица. Вон-то фотка позапрошлая. Нет, да, позапрошлая. Какая-то странная еще была. Тоже два. По-моему, мой должен затащить. Не, ну, у них у всех фигня. По-моему, мой самый красивый. Пожалуйста, давайте. Вот сейчас будет мой, я думаю. Я должен затащить. Победа моя должна быть. Если победа будет не моя, это просто капец. Давай. Надеюсь, они поймут вообще, что это такое. Потому что немножко большой угол, я что-то перебор сделал. Ну ладно. Ну давай, фаерка. Это давай, пусть будет два. Не, ну Fire должен затащить, ребят. Ну, однозначно, давайте. Пишите в комментарии, пока еще итоги не узнали, то, что Fire должен победить. Давай. Давай, сейчас уже победитель, да? Что это? Один. Так. Так, давай, давай, давай. Я в себя верю. Не, ребята, я в себя верю. Я должен это забрать. Просто эту победу просто должен забрать. Давай. Фаерка, погнали. Все, и победители. Победили, победили. Fire, 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 fire. Вы что издеваетесь? Почему эта моча побеждает постоянно? Ну, пописала она. Какую-то херню, ну. Я пятая. Идите в попу. Ладно, ребята. Сейчас будет начинаться уже новый раунд, но я, пожалуй, уже буду заканчивать видосик. Надеюсь, вам видосик понравился. Обязательно прожимайте лайк, если он вам понравился. Пишите свой годненький комментарий, хотите ли вы вторую часть или нет. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Если вы подписаны, то прожимайте колокольчик, если все, если вы просто красавчик. И всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока, ребята. Кстати, у меня новый скинчик. Оп-оп-оп-оп-оп-оп.